Добре, Жива. Здравствуйте, Андрей Михайловский. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений Михайловский. Здравствуйте. 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 Так, ты переводишь? Мы в Молдове в течение последних лет, я лично поддерживаю федерацию, мы проводили разные мероприятия. Знаете, у нас этот спорт развит на довольно высоком уровне. Хорошие результаты на международных соревнованиях. Поэтому, когда руководство Молдавской Федерации вышло с предложением, чтобы вас пригласить в Республику Молдова, я, конечно, с удовольствием согласился. Я хочу вас поблагодарить, что вы нашли время и приехали в нашу страну. Сколько трассы? Но и другие наши особенности Молдовы, которые делают нас довольно известной страной. Добро пожаловать. Уважаемый господин президент, извините мою русский, президентом Республики Молдавии, является для нас особенным случаем, когда мы с одной стороны можем представить нашу федерацию. Я вице-президент Международной Федерации Мотоспорта. Господин Мартин де Граф jest zastępcą wiceprezydenta FIM Europa. FIM сегодня имеет 113 стран, мы делаем на 6 континентах. Три принципиальные задачи. Первый – это развитие рекламы мотоспорта, второй – это мототуризм, и третий – это безопасность на дорогах, очень важно. В 90-м году организовать чемпионат Европы по мотокроссу для региона. Вчера мы видели трассу, по моему мнению, она все условия международные. Сказал немножко слов на счет FIM Europa. FIM Europe is a federation of 47 European countries. Moldavia is one of them, very active. And we are happy with the invitation from the President and Secretary General to be here and to talk about motocross in future. And motocross on the level of European Championship, perhaps later on the World Championship.